Друзья мои, на занятиях мне часто говорят о том, что люди, обладающие действительно знаниями, какими-то определенными духовными благостями, да, им очень тяжело живется, потому что они не могут смириться с тем, что кругом грубость, хамство, да, и так далее, и так далее. Что, друзья мои, надо быть воином, читайте Кастанеду, надо идти против течения, плыть против течения, иметь силу духа, потому что если у вас есть только желание к справедливости, а силы у вас нету, то вы в результате потерпите поражение, причем очень серьезное и трагическое, потому как сила без справедливости она опасна, а справедливость и ум и все остальное без силы пустое место. Вот это то, что я вам хотел сегодня сказать. Все.